Привет, друзья, с вами Кердекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Craft the World. И, собственно, я немножечко совсем чуть-чуть пофакашил, доставил парочку турелей. Ну, в целом, я думаю, нам это как-то поможет. Здесь турелек наставил, здесь турелек... Ой, какой ливеняка. Прям вообще жесть. Хорошо, направляемся тогда под землю. Направляемся под землю, по броне, кстати, что у нас? Мы сапожки наделали же ребятам, да? Я уже не помню. Раз, два, три. Мы сапожки даже не начинали крафтить, я так понял. Нам нужно в районе 8 пар сапожек, а мы их даже не начинали делать. В чем проблема? Проблемы нет. Делайте сапожки. Делайте сапожки. Также у нас закончился камень, пока я, собственно, барельефом здесь все залепливал. Блин, здесь надо еще повыкручивать их всех. Тихо, фу. Раз, два, раз, два. Ну, оп, 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 оп. Почему-то отзывается не с первого раза. Ну. Ладно. Упустим. Все, барельефчик исправили, там мы потом выставим свет, и будут какие-то крафтовые элементы у нас находиться. Либо верстаки поставим, либо еще кузни, пока я до конца не разобрался. У нас буквально через 2 минуты волна, я думаю, что мы ее дождемся, и тогда уже, собственно, полезем вниз. Вниз я подразумеваю сначала залезть... сюда, собрать все камни, возможные абсолютно, в этой территории. Отлично, мы еще и подняли наш левельчик технологический. Так, смотрим, что мы подняли. Нам осталось накрафтить вот эти, собственно, роскошные кровати, столы со скатертью, в общем, всякую хрень. Что для тотема, кстати, надо? Нам еще нет доступа, нам надо еще вот эту хрень сделать. Окей, каменные бойницы, мы их наделали, нужно их теперь разобрать. Разобрать же мы их можем, да. Да-д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 а. И сейчас накрафтим их еще. Бойницы. Сейчас мы их еще накрафтим, чисто чтоб левел апнуться. Вот таким образом, пусть работают. И тогда мы уже перейдем с вами, собственно, на уровень серебряной брони. Ну как, не прям так реактивно. Как бы хотелось, да? Но мы попробуем. Мы тогда проделаем сейчас эти стеночки. Здесь я не знаю, что мы будем делать. Наверное, кирпичный забор, либо какие-то окна. В общем, то, где меньше всего будет требоваться наши, собственно, ресурсы. Так что пока не знаю. Где-то здесь у нас уровень с песком. Вот здесь мы очень много накопаем песка и будем его перерабатывать, видимо, для стекол. Так, давайте быстренько. Где там волна? Я уже к ней. Фух, морально готов, так сказать. Морально готов. Курочек убирайте. Ты вообще слазь, что там забыл? Так, ловушки есть. Это есть, это есть. Здесь мы еще одну стальную дверь поставим. И здесь стальной люк нам нужен будет. У нас, кстати, ее в инвентаре случаем нет. Я точно помню, что мы одну выкапывали. Одну мы точно выкапывали, вот вторую вряд ли. Да, нет, второй. Так, булочки мы доделали. Здесь лабораторию мы сделали, но не поставили, по-моему. Лаборатория, да, она у нас готова. Давайте ее, собственно, куда-то сюда и влепим. Сколько ты занимаешь? Ни хрена себе. Ладно, пусть будет. Пусть будет, где наша освещенница. Наша освещенница, вот сюда. Поехали, ребятульки. Прям перед волной. Сделаем лабораторию, может уже хоть какие-то зелья начнем клепать. А то совсем все как-то худо. Худо-бедно. Так, ну же, три. Нет, не так быстро. Не так быстро, сильно рано отчет я начал вести. Сильно рано. Здесь тоже, кстати, надо будет каменные блоки поставить. В будущем, в ближайшем. Так, ожидайте, ребятули, сейчас будем врываться. Сейчас будем врываться. Главное увидеть сразу же, где портал. И желательно, чтобы он был чуть-чуть подальше обычного. Естественно, он прям под базой. А о каком чуть дальше обычно выйдет речь? Сюда идите. Хорош, хорош, турельки работают. Мне нравится. Мне очень сильно нравится. Так, турельки с нашей базы тоже ведут огонь. Давайте, поехали. Берем фаербол. Бэдыщ. 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 Помогаем, так сказать. Чем можем. Все, малорики. Это и вся волна? Чё-то как-то нет. Чё-то как-то я к такому не привык. Я привык, когда у меня умирает половина гномов. А к этому я чё-то не привык. Ну ладно, окей, даже горгули не вылетали. Может, портал не один? Может, я чё-то не знаю? Нет, вроде окей все. Давайте, настреливайте. Молодцы, молодцы. Даже до конца, собственно, ночи, наверное, даже его вольнет турелька. Как она странно все-таки двигается во время выстрела, ну ладно. Давай, 3, 2, 1. Прощай. Молодцы. Все, все остальное собирайте. С этим вы справились. Тогда сразу, чем мы будем тянуть время, давайте перекусите и поспите, кому надо.
Давайте, быстренько. Там еще булочки остались, кстати. Вкусненькие, ням-нямка вообще. Давайте, перекусили. Еще чуть-чуть. Молодцы. Маны у нас не осталось-то. Давайте попробуем уже скрафтить банку маны. Может, даже попробуем сейчас скрафтить мана. Что нам требуется? У нас все есть для того, чтобы скрафтить банку маны. Давайте ее восстановим. Так, первое, что нам надо, это бутыльки. Бутылек есть. Вода. Вода есть. Иглы. Игл мало, но они есть. Грибы. Собирал. Кости. Есть. Жижа. Есть. Мозгов. Валом. Корень. Есть. Раз, два. Две давайте скрафтим. Кто там у нас про-алхимик? К нам еще и скелеты пришли. Лол. Попытка, не пытка. А птичку убить не можем, да? Какая-то с Angry Birds как будто. Давай, сделай зелье маны. Сейчас мы их тяпнем. Я надеюсь, что мы же их тяпаем, правда? Мы же никаким магом ее не должны восстанавливать, эту ману проклятую. Так, переместим сюда. У нас, кстати, новая магия есть. Вызвать импов, которые якобы помогают нам собирать лут. Не знаю, как они работают, но мы обязательно проверим. Обязательно. Так, вы же сделали. Вы же там уже переносите или нет? А, все сделал. Маг выкачивает. Отлично. То есть скилл мага выкачивается за счет алхимических всех этих процессов. Интересно. Ну, неси банки, что ты стал. Неси, дорогой. Неси. Так, здесь пока восстанавливаем все, что можем восстановить. Так, и ловушек больше нет. Надо еще наделать. Шпунь. 666 дерева у нас было. Пам-пам-пам. Так, и здесь точно так же проводим. Построить. Давайте, занимайтесь. Банки отнесли. Я думаю, хоть какие-то банки да отнесли. Так, смотрим, одна баночка есть. Давайте мы ее поместим вот сюда. Вот так, как мы ее принимаем? На себя или на этот? Я в растерянности, что ли? Хорошо, что написано в самой банке? Банка маны. Используйте эликсир, чтобы восстановить некоторое количество маны. Бадабумц, шикарное объяснение, окей. Ну, я беру ману. Я клацаю в пустое место мимо. Я клацаю на свою ману мимо. Куда мне еще поклацать? Сюда тоже мимо. На портал. На портал? Серьезно? Погодите. Принесите-ка еще одну баночку, пожалуйста. Где еще одна баночка? Вы же ее крафтили, там 6 штук должно было быть. Где вы их дели? Мы получили 19 ман. Ну или мы уже накопили 19? Нет, мы не могли так быстро накопить. Мы, видимо, получили в районе 15 маны. Мне так показалось. Так, ну закрафть. Молодец. Перенеси. Давай, я в тебя верю. Оп. Молодчиком. Я, наверное, пока всех остальных направлю, все-таки, раз мана уже есть. О, так, нас интересует вот эта зона. Давайте. Раз. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Это все выбиваем. Жуков там не трогайте. Это все выбивайте. Чем мы там филоним стоим, я понять не могу. О, погнали. Погнали вовсю. Здесь мы выстраиваем мосты в самый верх. Давайте, разбирайтесь. Здесь я вам тоже мостики поставлю, чтобы вы там особо не падали. Так, ну и не забудьте также песочек собрать. Он нам тоже пригодится, если что. Давайте я вам портальчик продлю сразу. На приличное время. Все это сбривайте. Нам надо будет стекло в большом довольно количестве, так что... Не поленитесь, соберите. Новая технология — прочные укрепления. Бэч, стоямба. Сейчас посмотрим, что же там за прочные укрепления-то такие. Угу. Это нам в целом и нужно. Блин, дорого, что жопа просто. Нам нужен и люк, нам даже дверь скорее нужнее в первую очередь. Давайте забахаем дверку одну. Это не кислый нам, кстати, бонус даст. Что нам надо для забора? Кирпич нас не интересует. Железная эта хрень нас не интересует. Нам какие-то окна нам дали новые. Давайте попробуем по ним пойти. Окна, дерево и стекло. Отлично. Прям то, что прям боженька прописал. Так, вот только что уголь мы потратим до хренища. Ладно. Ничего страшного, найдем, тем более, что мы уголь скоро сможем крафтить. Ну, как скоро? Относительно скоро. Как раз если мы эту штуку разовьем, сможем крафтить уголь. Давайте. Быстро. Вот это собирайте тоже. Это забрали. Здесь я вам поставлю еще вот так, чтобы вы могли сверху выдолбить. Собирайте все эти камешки, они нам дико нужны. Просто дико. Давайте, дорогие мои. Долбайте. Уголек, кстати, вы тоже можете забрать. Плотник, окей, пусть будет.
Пусть будет так, это собрали, банки маны есть? Есть, сейчас будем проверять опять. Давайте, полезли наверх, я это все тогда собираю пока что. Давайте, быстренько домой. Ну? Я его, боженьки, сбил с мысли несчастного. Давай, 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 давай. Портал, до свидули. Все, это все собрали, молодцы, все свободны. Так, у нас там еще ночь наступила, да? Кто-то идет к нам серьезный? Никто к нам не идет, я понял. Вот это все забирайте. Этих всех остричь. Жаль, что нельзя их как-то через быструю клавишу остричь. Так, это убирайте. Это убирайте. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Так, мы получили ржавый шлем. Seriously? Он нам нахрен не надо. Нам нужны вот эти вот шлемы. Дороговато, я понимаю, но они нам действительно надо. Действительно. Так, и сталька. Оп. 4, 5, 6, 7, 8. Делайте по максимуму. Сейчас будем искать тогда еще железо. Делайте по максималочке. Так, что у вас там есть? Броник у всех есть? Броник у всех металлический. Сапожки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мимо одного пропустил. На, и у нас еще две запасные пары остались. Окей, учту. Учту, учту, учту. Так, это нам уже не надо, это нам не надо, это нам не надо. Шлем мы кому-то нужно на три брони. Давайте, кто у нас там миличник? Держи миличник. Боженьки. Эпично выглядит, такой боец прям. Так, хорошо, шлем мы сейчас нормально сделаем по 8 армора. Не будет у нас все чики-брики. Воу, кого-то там, жучка опять? Несчастного. Так, остригли, нужно еще одну остричь. Тут еще одна, по-моему, стоит. Да, еще одну остригите. Все, молодцы. Так, стекло клепает, это клепает. Стрелы. Стрелы, 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 еще раз стрелы. Как в комментариях написал один человек, что если у него нету 500 стрел, он чувствует себя незащищенным. Последуем его совету. Так, а ну рубильничек. 10, 50, давай. Брррп. Мега крафтище сразу. Мега супер дупер крафт. Так, это забрал, это молодец. Пора искать очередную стальку. Без нее мы никуда не денемся. Ну и возле стали очень часто встречается у нас уголь, поэтому... А раз уже будем искать, то наверняка ману я хотел проверить. Так, берем мы зелье маны. Нажимаем на портал. Одну единицу маны получил. Серьезно. А, нет, я вообще ни черта не получаю, они даже не тратятся. Только что три сразу потратились, и я получил в районе... Сколько, 15 маны? Серьезно? Это имеет какой-то смысл вообще? Это действительно, по-вашему, имеет смысл потратить такое огромное количество разнообразных ресурсов и получить, в общем, счетом хрен в зубы? Ну, не знаю. Удовольствия в этом мало. Так, ладно, баночки еще наделайте. Уголь, опять все упирается в уголь. Так, давайте все-таки закончим вот эту вот хрень. Стекло, нам нужно куча досок. Досок у нас не такая уж и куча, по-моему, досок еще наделайте. Пожалуйста. Так, доски есть, и все. Мы тогда наклепаем стекла. Сколько нам за один крафт стекла, кстати, это дают? Бдыщ. Деревяшка, бдыщ, бдыщ, стекло, бдыщ, бдыщ, да ёпперс, это вот так. О боже, да, это будет мучительно, это будет ужасно мучительно. Это надо нам минимум еще таких же окон штук 30 сделать, минимум. Ой, ладно, занимайтесь, ребятки, выбора у нас нет. Выбора у нас просто нет. Так, а ну-ка, турельки сработают? А, они даже не дошли скелеты, я понял. Но они пытались, если что. Колепать, я думаю, нам еще верстаки нужны. Нам нужны плотники, нам нужны верстаки. Давайте на этом, собственно, сконцентрируем свое внимание. Так. У нас есть рыбак, кстати, который вообще никуда и никак. Как так вышло? У нас есть повар. А, у нас же они все поздыхали. А, я вспомнил. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. У нас два воина есть, поэтому раз, два, три. Три. Четыре. Три. То есть в итоге только три человека у нас должны быть, собственно, лучниками. Окей, добавим сейчас еще лучничков. Бруп-бруп-бруп. Бруп-бруп-бруп. Лучнички. Раз, два, три. Есть такое дело. И теперь меня интересует по вашим задачам. Так, рыбак, повар, охотник. Охотник будешь плотником. Раз. Воин будешь плотником. Два. Воин будешь плотником. Три. Три плотника еще мне надо. У нас может, кстати, есть. У нас может быть даже есть. Так, охотник, 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 плотник, 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 скалолаз, мельник, плотник. Здрасте, поздравляю, воин. Здрасте, поздравляю.
Воин, здрасте, поздравляю. Начинайте, собственно, развиваться в этом направлении. Так, стрел куча. Сейчас мы проверим, кстати. Почему автоматом не назначаются у них стрелы эти огненные, я понять так и не смог до сих пор. Вот, пожалуйста, один лучник. Почему у него автоматом они не выставлены? Секретик. Еще один. Еще один. Да вы что, издеваетесь? Все, теперь у всех выставлено. Давайте, занимайтесь своими делишками. Грязными не очень. Так, построить это... А, так нам все окей. Тут все окей. А, там они затопленные просто. Я думал, там вообще ни черта не осталось уже. Так, долбите, долбите, долбите. Я еще один верстак тогда сделаю и поставлю его слева возле лаборатории. Так, верстачок. Что нам требуется? Железок трудно, естественно, нет. Я понял. Так, врываемся в поиски железа. Врываемся в поиски. Мы здесь вот территорию начали прочухивать, но как-то не до конца ее прошерстили. Здесь уголек немножко остался. Здесь еще какая-то хрень. Здесь паукан сидит. Вот здесь дети жуки. Есть у нас что? Есть у нас железо немного, есть серебро. Здесь вот железо есть. А ну-ка, осветите, и здесь уголь. Давайте, наверное, сюда протанемся. Так, раз, раз, два, три, четыре, раз, два. Поехали. Вот это все выскубывайте, выскубывайте, выскубывайте. Так, здесь уголек. Сейчас, если что, полезем туда в бок и будем там, собственно, работать. Давайте, раз, два. Это забирайте, нате вам сюда мостик сейчас сделаю, оп, оп, заберите верхнюю часть, вот это забирайте и пошли сюда, пошли в далекие дали. Давайте, дорогуша, давайте, все нам это надо, все нам надо, уголь уже не так критичен, а вот как раз, тихо, портал, вернись. Уголь не так критичен, а вот как раз, собственно, железо нам критично до ужаса. О, здесь мы беду неплохую сделали такую, да? Кого-то постреляете. Все нормально. Че вы кипишуете? А, это призрачик прилетел. Отлично, нам иголки как раз нужны. Так, это все забираем тогда, это забираем. А, не могу забрать мостик, ладно. Давайте здесь тогда им поставим. Пусть врываются. Давайте, давайте, давайте. Давайте, если что, я портал ближе к вам снесу немножко. Давайте в два блока копать. Вы тогда вдвоем быстренько будете работать. Ну и куда ты слинял? Работаешь тут еще непочатый край. Давайте, давайте, давайте. Вот, пожалуйста. Тот, кто ищет, тот найдет. Давайте я вам даже портал перемещу сейчас, если захотите. Это я у вас заберу, это я тоже у вас заберу. Так, мы здесь еще на комнатку наткнулись. Сейчас одну паузу, ребятки, не торопитесь. Так, здесь у нас... Мы пришли куда хотели, я так понял, да? Мы пришли к одному из этих уродцев мощных. Если я не ошибаюсь, их должно быть 5. В общей сумме мы их всех должны вынести. Если мне память не изменяет. Поэтому пока я его трогать не буду, но я, конечно же, заметочку поставлю, что он есть. Что он у нас здесь есть, стоит и ждет. Если не ошибаюсь, мне говорили, что без серебряной даже брони, мне нет смысла просто к нему идти. Вот вообще никакого. Ну как ты, зачем ты сюда вышел? Вот объясни мне, ну. До свидания. Вот, что нет нам в этом смысла. Но мы будем знать, где он прям на краю карты внизу. Окей, что у вас по крафту, ребятули? Что у вас по крафту, пока я тут отсутствовал, чем вы занимались? Чем вы занимались? Да, давайте еще наделаем этих проклятых стекол. Не знаю, где они нам нужны, пригодятся ли они нам вообще. Но пусть будет. Так, дерево можете спилить, вот тут все спилите. Че у нас там барашки? Барашки не обросли еще шерсти новой. Здесь кого-то хрена, хрень это выросло. Вот это убирайте. Верстак сделали, кстати? Или я... А, я же его еще не ставил, потому что у нас не хватало железа. Сколько мы, кстати, железа накопали? 11! Ух ты шо! Я прям чувствую дерзость и опасность. Так, верстачок есть. Давайте вместо лампочки вот сюда его, вот сюда. Давайте, я там еще одну лампочку поставлю, так и быть. Пусть будет фул красота. Вот таким вот образом. Давайте, ребятки. Поднапрягитесь, не поленитесь. Сколько уже стрел накрафтили? Я надеюсь, что он не по одной же стреле крафтит, но это же совсем извращением было бы. 171. Выкинул, сейчас кто-то соберет.
171 все так же. Сейчас кто-то соберет и узнаем. Поскольку же он все-таки это все делает. Так, булочки на, шишки на. Все, кушайте. Забрали стрелы, да? Отнесли уже, походу. Нет, не отнесли еще. Вот, несет, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим-с. Давай, брум-брум-брум. Он серьезно делает по одной стреле. За вот этот весь период, что он стоит возле несчастного верстака, он делает по одной стреле. Матерь божья. Этот поочередно делает то стрелы, то окна, то стрелы, то окна. Какой разнообразный человечек, а? Какой же все-таки разнообразный. Так, я же лучников хотел остальных ребят сделать, да? Раз, два, три. Три лучника у нас выходит. Три лучничка. Три бравых парня. Так, быстренько выбираем лучничек. Вот. Раз, два, три. А, блин, их же забрать надо теперь. Ладно. Ничего страшного. Разберутся, я думаю. Я думаю, разберутся. Вы железную дверь, кстати, сделали? О, умнички. Умнички. Заменить нельзя, да? Давайте удалить деревянную дверь. Хорош. И впердолить сюда металлическую. Ясно. Удалить капкан. Капкан убрать. Все, активный крафт хоть пошел, наконец-то. А то мы что-то как эти, аморфные медузы. Сидим и ни черта не делаем. А, ловушку что еще не забрали? Граждане, я жду от вас, собственно, содействия, так сказать. Хорош, молодец. Спустя вечность, но ты это сделал. Так, дверка есть. Сейчас основной крафт у них пошел почему-то на стрелы. Они что, все уже сделали? Такие прям реактивные, что ли? Давайте еще окон сделаем. Их разобрать, кстати, можем? Мне-то они нахрен не надо, ясный красный, да? Хотя давайте посмотрим. Может, они красивенькие? Ага. Ну ладно, давайте. Первый этаж, где они спят, сделаем красивые окна. Так и быть. Так и быть. Конечно, они по виду не подходят. Если бы они были в такой деревянной раме, то тогда... Да, ой, в каменной раме, тогда было бы найс. А так как-то в каменный дом деревянные рамы не очень подходят. Не очень. Или бы хотя бы перекрасили их, я не знаю. Все поставили? Давайте еще одну ставьте. Так, старые окна. Я не знаю, что мы с ними будем делать. Так, мы получаем дерево, стекло. Да, всего по чуть-чуть. Старые окна. Дерево, стекло. Хорошо. Тогда все просто хорошо. Этот диван нам, кстати, не нужен. Он слишком габаритный. Мы его не будем никуда вмещать. Так, у нас есть две кроватки. У нас надо их заменить? Надо. Ну же. Вот же ты псина, а. Деревянную кровать убрать, деревянную кровать убрать. Давай, раз, молодец. Два, молодец. Хорошо, что нам, кстати, нужно было для новой кровати, которую мы открыли? Новые кроватки мы открыли роскошь. А, мы их еще не открыли. Мы сейчас как раз закончим окна и тогда откроем. Кирпичная стена, кстати, что на тебя надо? Кирпич и гниль, глина, гниль говорю. Кирпич у нас есть левый, можем его, кстати, использовать. Можем его, кстати, без проблем использовать. Так, где у нас глина? Кирпич и глина. Раз, два, три. О, отлично, как раз килуху добьем. Благодарочка. Так, хорошо. Чем мы теперь открыли? Мы открыли уголь. Да, да, детка. Что нам нужно для угля? Земля и дерево. Пфф. Это самый изи-крафт угля вообще, по-моему, в истории моей. Самый-самый изичный крафт. Давайте, крафти уголь обязательно. И собирайте тогда вот эти деревья, пусть нам они теперь пригодятся в гораздо большем количестве, чем нужны были ранее. Земли у нас овер до хрена, а вот дерево, да, не овер до хрена. Хотя, в принципе... Ладно, пусть занимается. Пусть занимается. Здесь мы получили диванчики, вот, роскошная кровать. Сталь. Юмористы, чтобы я сталь на кровати тратил. Дожились, прям сейчас, уже. Тотем, что требуется? Золото, серебро и доски. Боже, тотем мне проще поставить, чем эти сраные кровати. Это же даже не смешно. Даже не смешно. Хорошо, тотем нам чуть-чуть дает, чуть-чуть. Нам что-то все равно из этого нужно будет делать. Стеклянный шкаф. Ёпрысоты. Можно как-то без железа, пожалуйста? Во! Вот это, по-моему, то, что нам надо. Много дает? Нормально дает. Дерево нам не жалко. Шкуры мы вроде как собираем постепенно. Постепенненько. 27 шкур. Да, нормально. Все чики-брики. Сейчас мы еще к крыскам сходим. Здорово, ребятули. Я за вами скучал, а вы? Кристаллик тоже заберите. Странно он как-то действие предпринимает, послушник. Ну ладно.
Ну да ладно. Забрали, забрали, забрали. Давай, миличник, ты затащишь точно. Ну, вы еще логово спалите, я говорю, норку их проклятую эту. Лучник, у тебя беда. У тебя совсем беда. У тебя за спиной крысы, у тебя вокруг крысы, и ты ни в одну попасть не можешь. Он, по-моему, скилл не имеет, да? Сейчас, подожди, как тебя зовут, молодой человек? Так, одеть. Да, он не является лучником, но он с луком, и поэтому косит как просто безбожно. С хрена ли у нас 6 книг лучников? Я что, лишние покупал? О, боженьки. Так, ладно, ты теперь лучник. Ты теперь лучник. Охотник, плотник, лучник. Маг, воин, воин, лучник. Рыбак, воин, лучник, лучник, маг. Все. Все остальные у нас лучники. Теперь проверяем, чтобы все лучники были с луками. Лучник, лучник. Маг, плотник, плотник, лучник с луком. Лучник с луком, лучник с луком. Все отлично, вроде бы соответствие полное присутствует. Все, ребят, я надеюсь, вы теперь будете тащить. Вы теперь действительно будете тащить. Вот это заберите еще. Рубайте. Так, крафт, что, не стоит на месте, надеюсь? Надеюсь, не стоит, потому что... Вы еще посмотрите, как быстро делается уголь. Это же вообще хлывышечка. Хлывышечка. Я не знаю, насколько мы поднимем быстро. А, быстро мы поднимем, да. Мы 40 угля сделаем и уже почти скилл получим. Не знаю, нафиг он нам нужен. Мы из него получим что? Стальные двери, лифт. Ладно. Башня Тесла и дополнительный склад. Полезный, кстати. Полезный апчик будет. Хорошо, занимаемся тогда этим. Диваны. Что у нас там по диванам? Еще один можем сделать. В общем, нам главное на крафт сейчас выставить овер до хрена досок. Это я уже точно понял. Нам досок нужно просто немерено. Давай, 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 давай. Почти все будущие крафты, которые нас ожидают, все будут нуждаться в досках. Поэтому ребята, которые у нас там дофига лесорубы. У нас, кстати, лесорубов, по-моему, нет. Прямых назначенных лесорубов у нас, по-моему, нет. А лучник, рыбак, вот и ты будешь, кстати, лесорубом сразу же. Почему бы нет? Лучник, повар, лесоруб. Маг, лесоруб. Все, врывайтесь. Врывайтесь, как хотите. Давайте, диванчики, доски, все клепают. Здесь есть, по еде, что? Я вас там вроде не обделяю особо. У нас даже яблочный пирог есть. Кто-то очень вкусно поест. Кто-то прям совсем вкусно. Так, салатик еще докушаете, чтобы он здесь не валялся. Бруп. Бруп. Ну. Ну. Бруп. Бруп. Все это все дело доедайте. Да ладно, ты что, бедняха, бегаешь за ресурсами, потом их сюда кладешь и начинаешь крафтить? Я не поверю. Это же unbelievable. Сколько у нас стрел, кстати, уже? 169. Мы больше тратим, чем производим. Это печаль. Ну ладно, мы делали рейд на крыс, так и быть. Рейд на крыс, боже, как это прям зверски звучит. Стоп, мы же теперь можем разобрать тотем, да? А нам это нафиг не надо, в принципе. О, так, ящички. До свидания. Что у нас еще ненужное? Вагонетка. Переключатель нам точно не надо. Это нам не надо, нам не надо. Так, это нам не надо, это нам не надо. Стоп, вот это нам не пригодится уже. К счастью, либо к сожалению. Вот это тоже, я уверен. А, мы его еще и разобрать не можем. Окей, я понял. Это у нас чем? Хранитель душ. Возможно, воскрешение. Я как-то не рискну, наверное, к магме идти за яйцом. Не надо мне это счастье. Так, это сразу разбираем, они нам не нужны. Заодно с них получим шкуру и, собственно, будем развлекаться. Я здесь думаю даже где-то диванчик втулить. Давайте вместо кровати вот сюда диванчик втулим. Тут мы везде диванчики наставили, 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 наставили. И все, места нет. И места, собственно, нет. Давайте, клепайте. Я вам сейчас могу еще диванчики назначить, кстати. Мы же там разобрали немножко. Давайте, делайте. Делайте, делайте. Ух ты, здрастики, приехали. Получайте, люлей бичи. Что вы думали, так просто ко мне пришли? А вот хрена вам лысого. Хорош, 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 найс вообще, пришли, блин, гоблин, блин, бойцы такие опасные, не умеете вверх стрелять, не ходите ко мне, значит, не пытайтесь, во всяком случае, тут, 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 ну тогда они круче появились, тогда они прямо здесь стали, и мы их просто настреливали, не напрягаясь, а если бы еще турели тогда тут стояли, че, не, не, охота меня оттачить уже, да? Постройка атакована? Кем? Чем?
Я что-то упустил? Лучник в одиночку пришел, огненными стрелами им напылил. Молодец. А, они там зомби, наверное, встретили. Так, давайте, в общем. Так, этот умрет своей смертью. Черепашку накажите и вот эту хрень накажите. Побежали такие реактивные. Жаль, что он не воспламеняется. Вот это было бы круто. Ох, сколько сейчас стрел просрется, да, я так понимаю? Да, стрелы сейчас улетучиваются просто. Минус, молодцы. Здесь тоже дерево заберете. Мы там, кстати, из оружия ничего разобрать не можем, потому что мы столько вроде бы получаем постоянно. Досвидули, булава, досвидули. Еще булава, досвидули. Это булава тоже как обяка, до свидания. Копья, блин, тоже они мне не надо. Кости, серьезно, мы с копьями... О, боже. Ладно, бесполезность. Бесполезность. Шлемы готовы, кстати. Ребятки, я вас поздравляю, наконец-то. Проходив столько времени в этих отвратительных шлемах, вы наконец-то напялите, ну не все, конечно, но напялите нормальные шлемы. Железные, ребята, железные. Так, охотник-лучник, маг тоже будь в шлеме, воин будь в шлеме. Воин в шлеме. Следующий шлем я тоже хочу воину дать. Воин, лучник, маг, воин. Все. Немножечко наших танков все-таки обрадовали. Нам нужно еще раз, два, три. То ли три, то ли четыре шлема. То есть фигня осталась уже. Чтобы перейти на железный уровень спустя-то 200 лет. Так, стали мы можем наклепать. Давайте наклепаем еще стали. Ну, работенки. Работенки мы им надавали серьезно. Вот если они с ней еще со всей справятся, будет вообще просто замечательно. Так, мы там еще что-то развивали, да? Мы уголь делали. Уголь закончили, уголь еще не закончили. Хорошо, работайте. Работайте, дорогие мои. Довольно продуктивная, кстати, у нас сегодня серия получилась с вами. Очень многое успели, очень многое. Танк не выдержал, пошел наваливать. Танк мог бы немножко подождать, вообще-то. Ну, чтоб он подошел к турелям, ну ладно. Видимо, тебя это вообще не волнует. Так, не забудьте еще крысочек зачистить. Воп, 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 и вот это соберите. Не знаю, нафига нам сейчас листья, разве что для зелья, но... Пусть будут. Так, здесь остричь, остричь, остричь. Кура, до свидания. Кура, до свидания. Хато! Да не трогай же ты нору их проклятую, ну. Ну, милишники наваливают безбожно, серьезно. Пришел просто, свалил всех в кашу и все. С углем, кстати, нам же теперь проще стало по поводу еды, мы им теперь можем вкусняшек наделать с мяском. Вот таких вот, как они именуются, жареное мясо просто, ну, логично. Логично, либо жареное мясо, либо яички, но у нас что-то, что-то по три штуки выходит, и только здесь мы не тратим еще и листья. А нам листья, в принципе, не жалко. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Здесь два угля, 10 блюд, ну вот это вообще топ выходит. Это вообще полный топ, потому что мы за один уголь получаем 5 блюд, а здесь за один уголь 3 блюда. Боже, нам же наплевать теперь на уголь, все, я заморачиваюсь. Ну, я бы хотел, чтобы они кушали мяско. Мяско это вкусненько, полезненько, так что давайте, приступайте. Приступайте, дорогие. Да, ребят, что-то я немножко затянул. Давайте, собственно, с вами сделаем небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте ставить лайк. Если же это видео вам понравилось, не забудьте подписаться на канал. А мы встретимся с вами в следующем эпизоде. Удачи!